Какие морально-нравственные аспекты у меня нарушены? Он говорит: привет. Ты очень официально начала. Он говорит: надо для начала разрядить обстановку. Он хочет сказать, что у человека всегда есть две стороны: положительная и отрицательная. И что при наличии отрицательной у тебя, конечно, есть положительная, и эта сторона большая. И он хочет это вот подтвердить. Так что относись к себе хорошо и люби себя, потому что ты все-таки больше хороший человек, чем плохой. Он говорит: я хочу рассказать про те вещи, которые тебе в ближайшее время стоит уделить внимание. Он говорит: есть, например, такая сторона, как воля к победе, то есть желание в жизни чего-то добиться. Есть люди, которые облагорожены духом, и есть те люди, которые не облагорожены духом, но им очень надо. Эти два типа людей, они чего-то в жизни, как правило, добиваются. Кто-то честным путем, кто-то нечестным путем, но у них есть стимул для того, чтобы двигаться и куда-то идти. Кого-то ведет вера, кого-то ведет учитель, кого-то ведет крайние обстоятельства. В основном работает этот механизм. Он говорит, что сейчас тебе для того, чтобы ты двигалась быстро, а я подразумеваю, что твой вопрос, он имел подноготную, что ты хочешь двигаться быстрее, и есть что-то, что тебя тормозит. Он говорит, тут ситуация больше в той степени не что тебя тормозит, а что не дает тебе возможности идти быстро. Поскольку у человека может не быть неправильно работающего тормоза, то есть то, что включается в нужный момент и в нужный момент выключается. Просто его двигатель не работает с нужной мощностью. Он хочет сказать, что вот начать этот разговор, эту тему, он хочет именно с этого, что заставляет человека двигаться. Он хочет сказать, что еще тебе на семинаре дали толчок, и это многое тебе изменило. Но самое главное, самое важное, что есть в человеке, это стремление к свету, стремление к победе, стремление к преображению и вера в себя. И чтобы это все использовать, у человека должна быть воля, то есть освобожденный дух. Это та ситуация, которую человек всю жизнь в себе нарабатывает, всю жизнь себе поднимает до того момента, пока дух не начинает вести его. Это та ситуация, когда человек делает что-то, специально чего-то не придумывая. Его как бы несет поток. Когда дух пробужден, событийный сама несет человека по тем или иным направлениям. Человек лишь фильтрует то, что приходит в его жизни, и корректирует направление. Он бы назвал бы сейчас самой важной задачей, ну, что сейчас тебе нужно, то, на что следует уделить внимание, это умение нарабатывать себе веру в победу, освобождать свой дух и стремление к совершенству, то есть та сила, которая будет тебя вести. У тебя, как у существа, есть много разных систем, которые позволяют тебе жить, где-то выживать, где-то жить хорошо, где-то находиться в состоянии паузы ожидания, а где-то, ну, возможно, как на каком-то промежутке даже лететь. В тебе, как в системе, сейчас самый важный механизм, который нужно нарабатывать, это двигатель. Это то, что несет тебя к победе, то есть то, что подпитывает твое вдохновение, то, что наполняет твою жизнь смыслом, то, что заставляет тебя встать с ровного места и идти в какой-то важной для тебя цели. Есть какая-то точка, на которой можно сказать себе, что этого достаточно и что я чувствую достаточную легкость для того, чтобы двигаться. Это состояние, оно впереди, и к нему нужно идти. А все, что ты имеешь, это начальные ступени и начальный вкус вдохновения. Обычно, когда говорят про учителей, про мастеров, про тех, кто вас ведут, они говорят про тех, кто дает вам возможность идти. Не просто показывает направление, а стимулирует вас это делать. Кто-то это делает жестко, кто-то делает мягко, кто-то это делает незаметно. Но это одна из самых важных вещей, что приносит учитель в жизнь своих учеников. Я как бы тоже хотел бы дать тебе в каком-то смысле этот стимул вдохновения. Это то, что тебе нужно в первую очередь и чего сейчас недостаточно. Когда ты сможешь это довести до нужного уровня, ты поймешь, что самое главное в жизни у тебя уже есть, просто нужно лететь на крыльях вдохновения. Есть люди, которые склонны идти сами, и у них этот механизм работает от рождения. Есть люди, которым нужен толчок, чтобы они шли. А есть люди, которым нужно пройти огромную внутреннюю работу, огромные страдания, огромные переживания действительности, чтобы это стало возможно. Все эти три типа получали в своей жизни определенный опыт, делали определенный выбор и меняли свое отношение. Когда это отношение доходит до нужного качества, человек начинает поступать в соответствии с этим качеством. Это качество, оно накапливается как деньги, как вещи, как ощущение удовлетворения или как, например, физическая сила. Оно накапливается и кристаллизуется в человеческом сознании. Что-то откладывается на уровне клеток, что-то откладывается на уровне мышечной ткани, сосудов, на уровне полевых структур. Но основным всегда является сознание. Когда в сознании есть этот стимул, когда энергия ведет человека, цель становится не просто целью, а способом жизни. Реализация цели становится способом жизни. Тогда человек превращается из обычного человека в того, кто несет в жизнь вдохновение, рост и преображение.
когда этих людей становится 50, ну, приблизительно 51%, мир неизбежно меняется. Он начинает меняться, и когда их уже 15-20%, но когда их больше половины, мир начинает кардинально меняться. Вплоть до того, что люди начинают перестраивать что-то очень важное и глобальное. Ну, например, вы живете в большом городе, где стоят огромные здания, и вдруг люди начинают эти здания разбирать и на их месте строить новые. Когда в человеке рождено вдохновение, когда цель и дух соединены, человек начинает строить уже по новым принципам, не боясь ничего. Сейчас самое важное, то, к чему тебе стоило сейчас стремиться, это накапливать это вдохновение и волю к преображению, стремление к преображению. Некий стимул, некий символ, некое ощущение жизни, некое ощущение цели, некое ощущение переживания действительности, которое будет заставлять тебя всегда куда-то идти и что-то делать. Конечно, важно идти в правильном направлении, хотя любой человек в каких-то пределах всегда совершает ошибки, и эти ошибки забирают у него часть ресурсов. Но человек, который идет, который активно стремится, рано или поздно выходит на дорогу. Я хочу сказать, что дорог очень много, и каждая из дорог имеет ту или иную ценность. Но приходит время, когда дорога становится образом жизни. Тогда человек может находить эту дорогу сам, без посторонней помощи. В каком-то смысле информация ему дается, но ему не нужно объяснение со стороны. А если ему что-то нужно, то достаточно маленького намека, чтобы человек разобрался и во много раз увеличил свою скорость. В пище есть какая-то тенденция к инерции. Эту инерцию нужно полностью изжить. То есть накопить себе вдохновение, силу жизни, стремление к цели, стремление к победе. Чтобы вся твоя жизнь была движение от одной победы к другой. У победы всегда есть какая-то конкретная цель, какой-то конкретный горизонт и какой-то конкретный образ. И эти образы нужно очень четко и конкретно создавать. Этому тоже нужно учиться. Но для этого нужна собранность и более тонкое понимание. Это те вещи, которые тоже нужно тебе оттачивать. Я говорит, вообще хочу разговор о недостатках перевести тему в разговор о том, что можно было бы сделать, что можно было улучшить и на чем можно было приподняться и идти быстрее. Например, у тебя есть вера в информацию, которую дают тебе люди, которых ты уважаешь или которые тебе понравились. Эта вера имеет некоторую степень фанатичности. Он говорит, я не хочу сказать, что это доминирует, но это есть твоя вера, в которой приходит жизнь, она есть у каждого человека в той или иной степени, должна опираться на твой опыт, на твое стремление к свету, желание превратиться во что-то большее. Если в тебе есть вдохновение, если в тебе есть вера, то ты можешь использовать свою волю по назначению. Чтобы воля была целенаправленной, нужно будет научиться думать, нужно заставить себя в нужный момент глубоко разбираться в некоторых вопросах, останавливаться в нужный момент, глубоко разобраться в теме до полного понимания, умение идти дальше. Это то умение, которое тебе нужно будет наработать и которое в тебе и живет всяческую тенденцию к фанатичности. Поскольку вера может иметь фанатичную природу, она может иметь фон получения знаний с подсознания, и она может иметь форму, исходя из ситуации правильного понимания. Тогда, когда человек разобрался в теме, осмыслил что-то, исходя из этого понимания действует. Есть еще кое-что, о чем я бы хотел тебе рассказать, и это является темой нашего вопроса, непосредственно тем, о чем ты спрашивал. Хочу сказать, что все, что в тебе может быть недостаточно хорошо, то, что все в тебе уже замечательно, и то, что потенциально может в будущем быть совершенным, это элементы одного механизма. Это вроде как дом, лестница, некая сфера, пазл, в которой есть детали. Если чего-то не хватает, либо что-то не так, просто можно одно заменить другим. Вытащить одно и поставить на его место другое. Если ты чувствуешь, что в тебе что-то не так, ты всегда это можешь заменить на что-то другое. Нет ничего неизбежного. Если ты в какой-то момент в жизни понимаешь, что тебе в чем-то чего-то не хватает, это лишь возможность переосмыслить данную область и заменить ее на что-то другое. Можно постепенно нарабатывать качества, которые со временем вытесняют какие-то ложные проявления в человеческой природе. И есть та ситуация, когда можно это просто убрать и поставить на место что-то новое. Обычно происходит тогда, когда у человека происходит озарение и какие-то важные переживания в жизни, когда он может что-то тотально убрать и на его место поставить что-то новое. Например, стремление быть богатым, стремление быть счастливым. Когда ценности меняются кардинально в короткий промежуток времени. Хотя в богатстве нет ничего плохого, но если богатство становится целью, то она подменяет основной принцип жизни. Есть еще кое-что. Это касается твоей физической формы. В твоем теле не хватает силы. Говорит, что люди отличаются на людей с крепким телом, с хорошей генетикой, на людей, у которых это заблокировано. Он не имеет в виду там больных людей, тех с недостатками. Те группы людей, которые по жизни могут двигаться. Люди с заблокированными возможностями обычно могут действовать узконаправленно в чем-то. Люди с физическим крепким телом могут позволить себе тяжелые испытания. И люди с хорошей генетикой могут нарабатывать любые вещи, просто целенаправленно чем-то заниматься.
занимаюсь. Он говорит, что сейчас в тебе не хватает крепости силы в теле. И это тот недостаток, который нужно отрабатывать. Он не является чисто физическим, он еще является и психологическим. Человек вселяется в то тело, которое соответствует его сознанию. Человек очень духовно, нравственно, психологически сильный, будет автоматически строить у себя очень крепкое тело. Есть такая ситуация. Бывают исключения тогда, когда человек проходит через какие-то испытания и теряет часть ресурсов. И в какой-то момент жизни человек может чувствовать себя слабым. Но человек изначально сильный, будет нарабатывать себе крепкое физическое тело. То есть он неизбежно придет к такой точке, когда ему это будет насущно необходимо для жизни. Бывают исключения, когда сильные люди занимаются той работой, в которых это вообще не важно. И есть какая-то минимальная норма, чтобы тело существовало. Это та ситуация, когда человек проводит какую-то миссию, в нем настолько много лежит, что он не имеет возможности уделять времени в совершенство тела. Он уделяет минимум того, что он должен сделать, и максимум того, в ту миссию, для которой он пришел. Таких людей обычно не очень много, и их обычно все знают. Твоя ситуация в том, что когда начнет по-настоящему расти твоя воля, и в тебе пробуждаться жажда жизни и жажда преображения, она должна опираться на крепкое тело. То есть твой дух, твое физическое тело должны слиться в нечто целое. То есть, а, вдохновение и, б, сила в теле. Как ты этого добьешься? С помощью йоги, с помощью физических каких-то упражнений, связанных с большой физической нагрузкой, какими-то упражнениями, связанными с наработкой выносливости, это не имеет значения. Но важно в том, что крепость физического тела ощущалась тобой как частичка самоидентификации, силу, которую ты чувствуешь в теле. Это переживание, оно может быть разным. Оно разное у мужчин, оно бывает разное у женщин. Но это ощущение, которое человек с собой носит и которое по жизни помогает ему идти. Эта сила должна присутствовать в твоей жизни, и это нужно нарабатывать. Не нужно идти в какие-то крайности, но тут должна быть целенаправленность, собранность и четкое понимание. Это должно быть системно, а не время от времени, не растянуто на очень длинный промежуток времени. Когда ты набираешь две эти первоначальные вещи, это чувство силы в теле, вдохновение, пробужденный дух, ты получаешь вот ту базовую вещь, которая затмит все остальное. Он говорит, конечно, есть понимание. Понимание цели и постоянное переосмысление этапов, на которых, возможно, придется в каком-то смысле останавливаться, переосмысливать. Но если есть эти два механизма, то все остальное можно будет запустить. Последнее, о чем бы я хотел поговорить, что у тебя есть некоторые личные склонности, некоторые из них физиологические, некоторые из них имеют полугенетические корни, а наследственность, б, привычка. Это, например, некая привязанность к формам, к которой ты привыкла. То есть ты привязываешься к тому, что ты привыкла, и что тебе сильно привычно. Это можно назвать разными именами, но я говорю простым языком, готов объяснять это настолько, пока это станет понятно. Привязанность к формам, она ведет к тому, что человек в определенный момент времени, когда нужно сделать скачок или переход, он очень сильно держится за старое, и ему сложно измениться. Кто-то называет это легкостью на подъем, кто-то называет это склонностью к переменам. Я имею в виду лучшим пониманием этого слова. Кто-то называет это некоторой инерцией, но инерция — это не совсем то, о чем идет речь. Есть такое качество, которое в каком-то смысле присутствует в тебе, ее как детальку из тебя можно убрать и также заменить на нечто новое. Есть какие-то отдельные мелкие вещи, их можно описать, это как маленькие элементы, которые присутствуют в своей жизни, и они с легкостью уходят и с легкостью уходят. И поэтому я сейчас о них не хочу вести разговор. Но то, что было самое важное, я вот попытался сейчас передать тебе в первом вопросе, который, я понимаю, для себя сейчас самый важный. Скажи мне, пожалуйста, в каком виде деятельности я могла бы хорошо реализоваться? В том виде деятельности, где тебе нужно ярко проявлять индивидуальность. Мы можем обсудить что-то конкретно, но суть в том, что тебе нужно ярко проявлять индивидуальность. И это проявление должно эту индивидуальность развивать. Он хочет сказать, что есть такое понятие, как эго, и есть понятие, как индивидуальность. Это разные вещи. Эго, оно отражает какую-то часть индивидуальности, но существует его помимо. И тогда, когда человек умирает, уходит в другой мир, выходит на другой уровень сознания, он оставляет за собой индивидуальность, а его эго меняется, либо исчезает. Давай еще поговорим, пожалуйста, о моем муже. Чему я должна научить мужа в этом воплощении, чему учит он меня? Как я могу помочь своему мужу? Потому что это для меня очень важно. Он говорит, что в первую очередь нужно учиться сотрудничеству и рассматривать друг друга как стратегического союзника. Ситуация и умение видеть в человеке стратегического союзника — это умение заботиться о человеке, уметь серьезно, стратегически замечать его интересы. И если есть что-то, что очень важно в жизни этого человека, ты прикладываешь все разумные усилия, чтобы человек смог этого достичь. Он хочет
сказать, что многие вещи человек делает сам, и ему нельзя это навязать и нельзя это внушить, но можно подать так, чтобы он хотел это взять и хотел это использовать. Для этого лучше всего быть человеку другом. У вас в семье могут быть хорошие отношения, ну, хорошие в интимном плане, хорошие там, в социальном, хорошие какая-то форма, реальность. Но если ваши отношения строятся как дружба, человеку легче принять то, что ты ему говоришь. Научиться относиться к мужу как к другу, и не только как собственности, как отца своих детей, как защитника, как лидера, а именно как друга. Это особое ощущение реальности. Для этого нужно пытаться выстраивать в своем сознании правильные отношения. В семье достаточно и меньшего уровня взаимодействия, чтобы более-менее полноценно жить. Но если ты научишься выстраивать отношения на уровне дружбы и научишь этому своего мужа, как женщина, потому что есть то, как это делает мужчина. И то, как это делает мужчина, тебе делать не надо, это вряд ли будет что-то хорошее. То есть ты должна этому учить его как женщина. Во-первых, на своем примере, на своем стремлении, на своем приятии. Когда ты находишь для себя человека и решаешь, что ты будешь жить с ним длительное время, ты его принимаешь. Но это принятие, оно обычно имеет какую-то частичную форму, поскольку в человеке есть что-то отрицательное, что-то, что может не нравиться, и поэтому человек не принимает человека полностью. Ошибка в том, что принятие человека полностью говорит о том, что ты не принимаешь его все плохое как элемент, который ты будешь все время терпеть. Ты принимаешь это как данность, которую можно изменить, и которую естественными способами ты изменишь через искренние отношения, через помощь, через желание осуществлять ваш резонанс, а любые отношения, ну как в семье, так и в супружестве, это резонанс на более высокой, более гармоничной фазе. И для этого нужно учиться. Для этого нужно куда-то идти, что-то осваивать, и желательно это делать вместе. То есть какая-то ставится задача, одинаковая для партнеров. Обычно у одного немного больше наработок, у другого немножко меньше. Но тем не менее, они вместе занимаются чем-то одним. Например, они занимаются своим физическим здоровьем, и каждый для себя выбирает форму. Иногда они могут заниматься чем-то одним, ну, например, йогой. А иногда кому-то больше нравится тяжелая атлетика, а кому-то, например, легкая атлетика. И принципиально не важно, чем вы занимаетесь, но важно, что вы этим занимаетесь вместе. Когда вы вместе чем-то занимаетесь, вам легко друг друга понять, и вам легче воспринимать друг друга не просто как союзника, но и как друга. Отношения дружбы — это особые. Когда ты принимаешь человека как данность, и ты ее любишь за то, что он такой есть, независимо от того, что у него есть недостатки, те склонности, которые тебе не нравятся, и те вещи, которые ты принципиально хотела бы изменить. Друзья — это те, кто остаются с тобой по жизни, независимо от того, что в них есть что-то, что, ну, не позволяет, например, быть для тебя чем-то большим, чем друзьями. Ну, например, иметь какие-то более тонкие связи, какие-то, может быть, интимные, либо что-то еще, что соединяет человека на каких-то других планах. Друга ты принимаешь как человека, такой, как он есть. А обычно партнеров, например, мужа, жену принимают такими, какими вы их видите в жизни и с какими вы бы хотели жить. А друзей вы обычно принимаете такими, какие они есть. И друзьям легче сказать то, что зачастую не скажешь близкому человеку, мужу или, например, жене, поскольку боишься получить ответ на него, какие-то ответные требования, и что это может потребовать каких-то больших обязательств. В каком-то смысле в некоторых вещах барьер между друзьями и супругами зачастую больше, хотя принципиально разницы быть не должно. В каком-то смысле, например, отношения в супружестве на полевой структуре, они во многих вещах более глубокие и более тонкие. Но тем не менее, многие вещи человек может сказать друзьям, но не может сказать близкому человеку. Все эти вещи нужно отрабатывать, и не только отрабатывать себе, но и помогать отрабатывать партнеру. Первое, самое важное, это научиться выйти на уровень отношений, на уровень дружбы. Это твоя личная задача. Поскольку ты спросила, я хотел бы сейчас про это поговорить, то есть донести до тебя информацию. Если она понятна, то не обсуждать ее дальше, а просто дать тебе возможность это реализовать. Чтобы человек воспринимал себя как друга, нужно к нему относиться как к другу. Это показывает своим отношением. Друга человек принимает полностью таким, как он есть, и помогает ему менять искренне, не боясь ничего. То есть, если есть какая-то проблема, то ты целенаправленно, периодически, по-дружески ставишь его в ситуацию, когда у него появляется возможность это решать. Нельзя навязывать свою волю, но наша задача всякого существа при общении не только чему-то научиться и по возможности помогать окружающим. Иногда проявлять свою волю для того, чтобы человек изменился к лучшему. Ну, для тебя самое сложное будет создать то ощущение, когда тебя будут прежде всего воспринимать как друга, а потом как все остальное. Если между людьми в супружестве очень близкие отношения, то это сделать легче. Если эта близость в известной степени ограничена, то для этого нужно делать работу. Люди, которые
идут вместе и выполняют одну и ту же задачу, у которых одно увлечение, одна цель, одно миропонимание. Им это сделать намного проще. И даже люди, которые прожили с друг другом очень длительное время, фактически никогда не ссорились, зачастую многие эти вещи так и не смогли наработать в достаточной степени. То есть огромное количество супружеских пар, которые очень далеки до реализации этих вопросов, хотя прожили совместную, практически бесконфликтную жизнь. Есть еще одна сторона, про которую нельзя не поговорить. Он говорит, что когда ты начинаешь развиваться, ты начинаешь в себе что-то изменять к более высокому, более тонкому, более разумному. И к этому нужно стимулировать своего партнера, и это вопрос без обсуждения. Если ты это не делаешь, и пойдет какой-то отрыв, между вами будет тот зазор, который ведет достаточно большой, достаточно значимый конфликт в ваших отношениях. То есть, если ты стремишься к развитию, нужно создавать условия для развития и для своего близкого человека. Для мужа в первую очередь, во вторую очередь для детей, в третью очередь родителей, друзей. Эти вещи, они в супружестве принципиально важны. Что если у тебя есть дружеское отношение, то сделать это легче. Если тебя воспринимают как друга, то донести такую информацию намного легче. Но это вторая важная задача, которой нужно научиться в супружестве, стимулировать человека к развитию. Причем научиться это делать так, чтобы там не было навязывания, а стимуляция была такая, что у человека была склонность идти за тобой. Возможно, ситуация придет к такой точке, на которой вы будете это делать вместе на равных. Или даже, например, твой супруг начнет тебе в каком-то смысле в каких-то направлениях вести. Он говорит, есть последнее, о чем он хотел поговорить, и что тоже имеет для тебя важное значение, о чем тебе нужно будет подумать. Это все, что существует в ваших отношениях, нужно стремиться переводить на более тонкий, на более высокий уровень. И для этого есть технологии. Это, говорит, большая очень тема, и нам сейчас ее полностью обсудить не удастся. Но если тебе есть какие-то наводящие вопросы, ты в будущем эти вещи будешь реализовывать, то я могу дать тебе ключи или показать общие направления. Это не самый важный вопрос, но он имеет значимость, и о нем нужно все время помнить, периодически вспоминать. А скажи мне, пожалуйста, как мне справиться с обидой, которую я к мужу ношу в себе уже много лет? Разобраться в причине этой обиды. У обиды всегда есть причина, и эта причина, как правило, находится внутри себя. Муж подсознательно тебя стимулирует отрабатывать те вещи, в которых тебе еще не доработаны до конца. За что ты цепляешься и что для себя важнее отношения с Богом. С этим нужно разобраться принципиально, то есть пойти внутрь проблемы. Принципиально обижаться на близкого человека нельзя. Обида, она не помогает решить ни один вопрос. Обида – это всегда блокировка. И если кто-то из твоих близких людей на тебя делает что-то не гармоничное, нужно не закрываться, а научиться быть проточным. Не брать это на себя и стимулировать партнера принципиально не совершать эти вещи и на уровне обсуждения и понимания эти вопросы решать. Но тебя будут стимулировать в той области, которая в тебе недоработана. Если у тебя есть склонность к ревности, тебя будут провоцировать на ревность. Если у тебя есть склонность к обиде, тебя будут провоцировать на обиде. У тебя есть склонность к проявлению жадности, злобы, перетягиванию одеяла на свою сторону, то к тебе и к этому будут стимулировать. И зачастую, я бы даже сказал, в большей части ситуации люди это делают подсознательно. Скажи мне, пожалуйста, я очень много уделяю время испанскому языку, а потенциал для меня в этом есть. Как я могу использовать испанский язык в своей жизни? Он говорит, что испанский язык – это ритм, и через этот ритм человек нечто получает. Люди, живущие в регионе Испании, они разговаривают на языке, который стоит тот ритм, который в какой-то степени гармонирует с той средой, в которой они живут. Он говорит, что это не самый старый язык и не самый совершенный, но он создает ритм. В известной степени в нем есть ритм страстности и эмоциональной раскрепощенности. То есть это та часть индивидуальности, которую ты подсознательно в себе хочешь раскрыть. Ты не случайно выбрал этот язык. Вообще, если вы выбираете ничего случайно, потому что ты учишь это испанский для души, не потому что он тебе сейчас принципиально необходим. Способ общения на том или ином языке раскрывает какие-то части подсознания, потому что языки, они не созданы просто так. Все иностранные языки, которые ты знаешь, которым ты можешь выйти, они не являются в достаточной степени совершенными. Твой родной язык на порядок их превосходит, но при правильном их использовании, при правильном к ним отношении, они могут развивать некоторые качества. Поскольку при создании каждого языка учитывались те особенности, которые обладают, положительные условия, которые обладает этот регион. В регионе много солнца, в язык вкладывается солнце. В регионе много холода, в язык вкладывается твердость. В регионе много ветра, в язык вкладывается скорость, быстрота и собранность. В регионе много нереализованной эмоциональной энергии, в язык вкладывается технология, которая помогает их реализовывать. Через язык человек раскрывает часть своего потенциала. И желание изучать испанский – это желание раскрыть в себе умение эмоционально раскрываться, эмоционально самореализовываться. Поскольку эмоциональное тело или астральное тело – это один из механизмов, одно из тел, которое нужно нарабатывать. Это своего рода копия физического тела, только в другой частотной характеристике, и умение им правильно пользоваться говорит о том, что человек в той или иной степени гармоничен.
Скажи мне, а работа с энергией для меня, с чего мне начать? Много с физического здоровья. Нужно иметь крепкое тело, мы об этом уже говорили. Крепкое тело и умение эти энергии чувствовать, умение их правильно определять. Когда ты обретаешь достаточное физическое здоровье, у тебя есть появляется возможность этими энергиями заниматься. Он говорит, что как вот у существа кармически у тебя сильных предрасположенностей заниматься энергетикой сейчас нет. Поэтому для начала подготовь базу, то есть крепкое физическое тело. И когда появится нужный уровень чувствительности, она появится, когда у тела будет достаточно здоровья, сама постепенно перейдешь на уровень энергетики. То есть с энергиями в какой-то степени работать можно. То есть научиться набирать энергию извне, правильно ее использовать, но если ты будешь работать не очень жестко, ты перегрузишь свои каналы, меридианы, поскольку у них еще есть блоки, но они еще недостаточно раскрыты, и это может приводить к шоковым состояниям, либо к той ситуации, когда в тебе больше проблем, чем будет больше пользы. Идти в развитие своей энергетики, идти в развитие своего сознания, идти в раскрытие своих качеств нужно. Но нужно это делать последовательно, понимая каждый шаг, понимая технологии, постоянно учась. А скажи мне причины телесных зажимов у меня. Страхи. Страхи есть у всех, ну, практически у каждого человека. У кого-то они очень глубоко сидят, у кого-то на поверхности, у кого-то много мелочных страхов, у кого-то несколько, но принципиальных. Это связано и со страхом смерти, это со страхом нереализации, это связано с страхом потери чего-то очень важного для тебя. Они не имеют какой-то, ну, глобальной катастрофической формы, но они понемногу блокирует что-то, уменьшая общий ресурс. Когда человек занимается своим развитием, занимается своим физическим здоровьем, здоровьем энергетических тонких тел, психических тел и своих духовностей, эти вещи начинают уходить сами. Это вроде того, как ты промываешь грязный продукт, из него уходит грязь, то качество, которым обладает продукт, оно уже улучшается, убыстряется. То есть тот ресурс, который можно с него получить, уже становится более высокий, более сильный. А скажи, а почему у меня очень низкий уровень энергии? Он говорит, этим нужно, он говорит, здоровьем, но этим нужно заниматься. Ничего не происходит сам. Он говорит, есть еще некоторые зажатости и страхи, про которые мы уже говорили. И когда они уходят, приходит энергия. Начни этим заниматься, начни заниматься своим здоровьем, начни заниматься своим открытием. Ну, как говорит, физическим, энергетическим, так и эмоциональным. Эти вещи начнут раскрываться. Он говорит, ничего не происходит само собой. Над всем нужно работать, это неизбежно. А развитие речи, вот что мне посоветуешь, чтобы я могла хорошо излагать свои мысли? Вообще тебе хорошо научиться петь. Научиться петь вещи, которые тебе нравятся. Причем петь так, чтобы они нравились не только тебе, но и окружающим. Когда человек учится петь и петь красиво, то есть встраиваться в правильный ритм и наполнять пространство, ну, позитивной, создающей энергией. Это формирует не только фон вовне, но это формирует фон и внутри. Через умение петь, петь можно как явно, используя голос, так петь можно и внутри. Также создавая ту вибрацию, тот эмоциональный фон, который нужен тебе для жизни в данный момент времени. Он говорит вообще, что тебе нужно научиться еще создавать правильное эмоциональное состояние, на котором ты будешь работать. Это тоже как длинный разговор. Он хочет сказать, что чтобы что-то реализовывать полноценно, нужно подходить к вопросу к правильному состоянию. То есть, если ты в расстроенном состоянии пытаешься что-то делать, вероятность успеха обычно очень маленькая. Поэтому, начиная что-то делать, особенности важные, нужно приходить, если уже не позитивное и приподнятое состояние, то в стабильное и уверенное. Он говорит, что желание заниматься испанским языком – это еще и желание эмоционально раскрыться и освободить часть твоей энергии. Это частички как бы тоже одного целого, и они в определенных вещах пересекаются, в определенных вопросах пересекаются. А скажи мне, вот я чувствую, что я слишком мягкая, что внутри меня нет стержня, и это меня расстраивает. Вот что скажешь по этому поводу? Он говорит, ты путаешь понятия. Мягкость – это нормальное качество. Есть понятие инертности и нежелание бороться, то есть сила к жизни, сила к борьбе, сила к преображению. То есть не путай эти понятия, они принципиально разные. Мягкость – очень хорошее качество у женщины. Если у женщины есть полноценная мягкость, она может практически половину своих задач решить с помощью своей мягкости. Мягкость – это тоже нужно отрабатывать и оттачивать. Иногда можно сдвинуть большие процессы, используя только одну мягкость. С помощью мягкости ты будешь правильно надавливать на те точки, которые начнут работать сами. С помощью мягкости можно убедить мужчину, например. Убедить мужчину делать те вещи, ну, которые, например, ему несколько лень. Либо те, которые он в данный момент по каким-то причинам не хочет делать, но делать надо. Например, заставить его сделать с помощью воли, простимулировать. Иногда намного сложнее, чем с помощью мягкости. И у женщины для этого есть генетические, психологические, подсознательные механизмы. Если женщина пытается их использовать, ну, в эротическом смысле этого слова, то у мужчины также возникает подсознательное сопротивление.
подобному давлению. Поэтому нужно понимать, что любой механизм нужен для реализации правильных, разумных вещей. Что касается инертности, то это нужно отрабатывать. Он говорит, что это не критическая форма, что у женщин, как правило, есть такая склонность к инерции, и когда у человека появляется вдохновение, то уходит инерция, и над этим нужно работать. Если у человека есть цель, если человек хочет преобразовываться, если наполняет свою жизнь чем-то важным, то приходит и вдохновение, то и уходит инерция. Но он говорит, что этому помогает ее еще собранность, еще и целенаправленность, и постоянство. Говорит, обычно основной механизм – это вдохновение. Появляется вдохновение, и она начинает решать все эти вопросы. Он говорит, что пока у человека нет понимания пути, конечно, все это гуляет. То есть это тоже важно в понимании направления, куда ты движешься. Но именно вдохновение – тот механизм, который помогает решить эти вопросы. Он говорит, можно нарабатывать и волю. Это тоже возможно. То есть какое-то количество силы воли должно быть у каждого человека, независимо от его пола. То есть волю тоже можно нарабатывать, для этого есть механизмы. Можно идти путем нарабатывания воли, а можно идти путем вдохновения. Это твой личный вопрос. Главное, что к нему относиться нужно творчески. А нужно ли мне заниматься регрессиями? Ты можешь заниматься регрессиями, но для начала ты должна научиться выходить в ровное состояние и научиться ко всему относиться, в некоторой степени относиться снисходительно, отстраненно. Если ты можешь ко всему относиться отстраненно, ты можешь заниматься регрессиями. Если ты не научишься этому, регрессии будут у тебя забирать очень много сил, поскольку в регрессии человек склонен выходить как в самые яркие переживания прошлого. То есть как положительные, так и отрицательные. Если ты падаешь в отрицательную зону, то регрессия отнимает у тебя очень много сил. И поэтому нужно научиться либо это эмоционально переживать, но без жесткой привязки, ну до тех пор, пока эмоция перестанет тебя волновать, либо идти путем несколько отстраненного восприятия действительности, без полного проникновения в ситуацию, даже в лучшем смысле эмоционально вообще не реагируя на происходящее. В твоем случае даже лучше более отстраненная форма восприятия. Что касается регрессии, то она может помогать, но нужно правильно к этому относиться. Если есть мастер, который типа процесс ведет и решает за тебя часть вопросов, то это хорошо. Если этого человека нет, либо он недостаточно хорошо это делает, то ты должна научиться относиться ко всему несколько отстраненно, непредвзято. Он говорит, независимость от того, что происходит, нужно научиться к этому так относиться. То есть, ну, научиться смотреть на событийность со стороны, поскольку любая событийность – это возможность что-то переосмыслить, к чему-то прийти. Сама по себе событийность не имеет смысла. А скажи, какие кармические ограничители у меня стоят? Он говорит, это вопросы вообще кармическому комитету, и тебе что-то на эту тему могли бы рассказать бы медицинский комитет, что-то тебе даже сказала бы Лена, какие-то основные вещи. Ну, просто раз ты спросила, я тебе кое-что скажу, просто это не совсем мой вопрос. У тебя есть некоторые ограничения на проявление воли и на проявление самодеятельности. То есть ты склонна иногда заниматься, как это у вас называется, что хочу, то и врачу. Когда ты делаешь важное, ты должна четко понимать, что у тебя важная цель, и она разумна и приемлема. В некоторой степени закрыта твоя воля, что в порывах эмоциональных всплесках ты можешь использовать волю не по назначению. В этих вещах у тебя это призакрыто. Но все остальное тебе могут рассказать, но если ты эти две вещи в себе отработаешь, то многое из того, о чем можно, ну, говорить как о ограничителях, начнет само уходить. Тогда на семинаре что за блокировки с меня сняли, и как я могу это использовать? Он говорит, если тебе снимают блокировки, то тебе становится жить легче. И тебе легче реализовывать то, что ты хочешь в жизни реализовать. Это вроде того, когда ты едешь на машине, у него включен тормоз. Если ты этот тормоз отключаешь, то ты просто едешь быстрее. Как это использовать, ты решаешь сама. Ехать прямо, повернуть, остановиться. А скажи, она мне много сидит паразитических сущностей? Он говорит, хватает, но совсем критических каких, чтобы стоило бы тебя поругать, за что ты, он не видит. Ты, к счастью, не курила, не увлекалась сильно алкоголем, чтобы это было тормозом. То есть многие паразиты, которые в тебе сидели, они пришли тебе через страхи, через обиды, через... Твои паразиты, они во многом именно на это тебя подлавливают. То есть на это стимулируют, на это подлавливают. А если у меня проблемы с гордыней? Он говорит, у всех есть проблемы с гордыней. Если ты выйдешь на улицу и пальцем в воздух в кого-нибудь ткнешь, ты наверняка попадешь к человеку, у которого есть гордыня, она значима. Вопрос в том, что эта гордыня не является первостепенной, человек опирается в жизни не на гордыню, а на какие-то более важные и более разумные человеческие ценности. Как у всякого человека, у тебя есть гордыня, она не то чтобы очень сильная, но она, конечно, присутствует, и ее можно в жизни отслеживать. Гордыня тогда – это когда ты хочешь поступать по-своему, независимо от того, что от этого будет хуже и тебе, и окружающим. Скажи, а какой накопленный потенциал есть у меня с предыдущих жизней? Если вообще... Он говорит, вопрос про твои способности. Да.
Есть у меня к чему-нибудь способности, о которых я, может, не подозреваю? Он говорит, сейчас посмотрим, про что тебе рассказать. Он говорит, у тебя есть некоторые способности к музыке, у тебя есть некоторые способности к воспитанию, у тебя есть некоторые артистические способности, но это, говорит, все надо развивать. Когда в тебе определенные вещи открываются, то это начинает работать как нужно. В каком-то смысле это в тебе есть. В какой-то степени, в котором я могу про это говорить, потому что он говорит, что есть два разных человека, в которых это есть. Но в одном этого очень много, ну, во втором это в некоторой степени, но эта степень явная. Ну, это можно без критических каких-то усилий поднять и реализовать, чтобы это стало как-то ярко выражено. Вот я именно про те вещи говорю, которые можно поднять без чрезмерных усилий. Скажи, у меня хорошая интуиция. Он говорит, понятие хорошая и плохая – это вещи очень относительные. У тебя есть, и она работает, иногда она тебе помогает, иногда подводит. То, что нужно развивать, он говорит, вообще она у тебя есть, то есть… Есть какой-то такой механизм, это такая полевая структура. Он говорит, что интуиция – это зачастую работа нескольких разных тел. Какие-то моменты они работают, какие-то моменты они могут не работать. Но как механизм это у тебя есть. То есть это механизм, который время от времени работает и, ну, помогает тебе. Он говорит, тут есть над чем работать, есть куда развивать. Но как механизм это у тебя есть, он работает. А скажи, а как я могу использовать мою чувствительность? Он говорит, что нужно, во-первых, правильно понимать, что такое чувствительность. Ты не должна путать чувствительность с ранимостью и с болезненностью. Чувствительность – это умение чувствовать то, что находится за пределами того, что мы, например, называем физический мир. Или за пределами физического тела, за пределами расстояния, за пределами свойств, за пределами форм. Чувствительность позволяет настроиться на нужный диапазон и более тонко, более четко выполнять поставленную задачу. Но чтобы чувствительность была правильной, ее нужно оттачивать и умение правильно ее использовать. Поскольку чувствительность накладывает отпечаток и болезненные реакции, поскольку чувствительность предусматривает тонкую настройку. Если в момент тонкой настройки идет какая-то агрессия извне или изнутри, то это очень болезненное переживание. И если у тебя нет крепкого физического тела и психической стабильности и сильной энергетики, это оставляет долгий негативный отпечаток на человеке. А скажи мне, я одиночка, в чем причина? Он говорит, ты не одиночка, ты просто не научилась работать в команде. Говорит, не бывает одиночек, ну, за исключением той ситуации, когда у человека глобальный психический, духовный, другой опыт, который ему нужно переосмыслить лично. Он говорит, ты не одиночка, ты просто не нашла ту компанию, в которой тебе было интересно самореализовываться. Ты не обманывай себя, не бывает людей, которые одиночки. Принципиально, людям всегда лучше работать в группе. Просто есть та ситуация, когда ты что-то делаешь индивидуально. Например, конечный результат может быть общий. Когда ты находишь среду, в которой тебе интересно общаться, ты почувствуешь, что тебе намного интереснее будет работать в группе. Ты принципиально, как сознание, как индивидуальность, ты не одиночка. Просто ты не нашла среду, в которой было достаточно комфортно. А почему мне тяжело структурировать пространство? Он говорит, ему нужно просто учиться. А почему мне тяжело деньги с людей брать? Ты не веришь в себя и не уважаешь результаты своего труда. Ну, это самообман. Ты не веришь в то, что ты сделала, так же необходимо Богу и людям, как то, что ты от них получаешь. Это связано с верой в себя. Мы про это говорили, что когда появляется вдохновение, появляется вера в себя. Но есть еще вторая сторона – это прагматичность. Человек должен понимать, что результат труда, он всегда чего-то стоит. И нужно правильно это оценивать. Если ты это недооцениваешь, то часть заработанных ресурсов используют другие. Если ты это переоцениваешь, тебе сложно этот товар предложить другим людям. Поэтому есть такое понятие, как золотая середина, и в любом решении, в любом отношении нужно к ней придерживаться. Что касается веры в себя, то это нужно накапливать. То есть появляется вдохновение, появляется вера в себя. Но над этим нужно работать. Ну а вообще моя душа быстро учится? Он говорит, что можно с кем-то сравнивать. Если сравнивать с 7-миллиардным населением в целом, то... Немножко быстрее среднего. Я говорю, сейчас ситуация на сейчас, поскольку те моменты, когда ты шла активно обучался, они в твоей жизни не очень-то часты. Есть активная фаза обучения, есть пассивная. У тебя активная фаза меньше. Вот в активной фазе развитие обычно быстрее. А как я могу помочь своей сестре? Говорит, если ты хочешь говорить про кого-то конкретно, то нужно называть имена. Поскольку я не хочу, ну, сканировать твой ум и усматривать, что ты имеешь в виду. Оля. Он говорит, самый лучший пример, это самая лучшая помощь, это твой личный пример. Как только в тебе появляется вдохновение, сила жизни, гармоничность, духовность, как только ты становишься интересной, красивой, целенаправленной и мудрой,
Ты можешь помочь не только твоей сестре, но и любому человеку. Помочь твоей сестре ты можешь хорошим примером. Пока у тебя нет веры в себя и этой силы жизни, тебе тяжело чем-то помогать. Обычно легче помогать младшей сестре, чем старшей. Скажи мне, почему я выбрала именно это тело? Физическое тело вы не выбираете. Вы попадаете в то физическое тело, которое вам соответствует и по кармическим вопросам, и по вашей психике и энергетике в целом. Есть определенное соответствие, и ты можете втянуться в ту оболочку, которая этим вопросам соответствует. За исключением некоторых исключений, которые бывают, но это тебя не касается. То есть ты попала в ту оболочку, которая соответствует тебе по параметрам. Если ты сможешь эту оболочку довести до лучшего состояния, чем то состояние, которое ты получила при рождении, в следующей жизни ты родишься в более здоровой семьи и более лучшей оболочки. Ты можешь родиться в семье, например, обычных людей, но быть очень красивой. А скажи, а какие кармические причины таких плохих волос у меня? Страхи, уныние, неправильное питание, еще быть немножко гордыни сработало. Но он говорит, что не так уж все плохо, потому что если ты оглянешься вокруг, ты можешь увидеть те проблемы, которые люди скрывают, например, крашенными волосами. Когда человек уже в 35 лет седой, вот это действительно проблема с волосами. Или когда они выпадают так, что человек еще в молодом возрасте уже выглядит как пожилой. Есть многие вопросы, и многие из них связаны со здоровьем, которые тоже нужно подтягивать. Если ты думаешь, что ты более или менее здоровая, то это вопрос, которому еще нужно уделить достаточно внимания. Ну вот, а про здоровье, с чего мне посоветуешь начать? Вы с чего начать? Мы уже про эту тему говорили, что нужно добиваться силы в теле, чтобы ты чувствовал, что твое тело сильное, и оно тебя может поддержать в любой ситуации. И для этого есть технологии, и этих технологий достаточно. Он говорит, что есть технологии очищения, есть технологии укрепления тела, есть технологии зарядки тела. Для этого есть полноценные системы, и это узконаправленный разговор. То есть, если тебе он нужен, то мы на эту тему поговорим. А скажи мне, сильно ли у меня повреждены полевые структуры? Некоторые повреждены, но тебе их восстанавливает, он не видит ничего такого уж совсем. Есть что повреждено, тебе уже много чего отстроили, ты занимаешься собой, твоим физическим здоровьем, психическим, духовным, и в тебе пробуждается воля и вдохновение, эти вещи, они зарастают. То есть это процесс, который даже в преклонном возрасте может идти заметно в плюс. Еще скажи, недостатки, которые я в себе не замечаю, вот над которыми бы мне неплохо было бы поработать. Говорит, что мы про недостатки уже говорили. Ко всему уже вышесказанному он может добавить, что если в тебе появляется вдохновение и вера в себя, в свои силы, в свою цель, то все остальные вещи можно достроить. То сейчас нужно в себе нарабатывать. То есть искать причину вдохновения, искать стимулы для вдохновения, искать способ, как создавать свою жизнь, чтобы она тебя вдохновляла, потому что вдохновлять может и борьба. В будущем, в дальнейшем стимулировать, приносить вдохновение на окружающих. Когда есть четкая цель и есть вдохновение, все остальные вопросы можно решить. Он говорит, что инерция – это признак того, что человек не понимает, что есть значимая цель, ради которой стоит бороться и ради которой стоит к чему-то стремиться, идти даже на серьезные усилия. Все лежит сейчас в этих пределах. Мы не будем сейчас скакать в какие-то очень сложные, глубокие области, но если это появляется, ты научишься решать многие вопросы сама, вот собственными руками. То есть крепкое физическое тело и вдохновение, и понимание целей. Можешь мне сейчас сказать, все-таки мне интересно, я в прошлой жизни чем занималась? Он говорит, ничем особым не занималась. Хотел бы тебя похвалить, но особо-то не за чего. Ну, говорит, работала хорошо, работала много, но не создал такого, за что бы тебе особенно можно было похвалить. Ты, говорит, и в деревне жила, и в городе, мужей меняла, и, он говорит, и дети у тебя были, ты женская сущность. Мне нечего рассказать что-то такого-то особенно интересного, чтобы утолить твое любопытство. Когда придет время, ты погрузишься в прошлое и какие-то колоритные картинки для тебя посмотришь. Принципиальное значение имеет настоящее и то будущее, к которому ты стремишься сейчас. Прошлое не имеет сейчас такого большого принципиального значения. Тогда скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь про нашу семейную ситуацию по поводу детей? Ну, эти вопросы решаемы. И он хотел бы порекомендовать заводить детей в тот момент, когда ты чувствуешь здоровье и силу жизни, поскольку ребенок притягивается на то состояние здоровья психического, духовного, физического, которое есть у родителей. И чем ваш потенциал больше, тем более интересный, там, развитый, духовно развитый ребенок, сущность на это притянется. То есть то, каким ты потенциалом обладаешь, того уровня сущность ты можешь пригласить в свою жизнь.
И все-таки спрошу я про птиц. Можно, почему птицы прилетели к нам? И есть ли у меня какая-то особенная связь с птицами? Он говорит, птицы — это связь с тонким миром. Это признак того, что человеку показывает, что нужно научиться тонко слушать себя и тонко слушать окружающий мир. Развивать в себе какие-то области чувствительности. Птицы, он говорит, это вестник тонкого мира. Через птицы мы даем знак, иногда даем знаки, но это, говорит, свободные существа, и мы слишком часто не привлекаем их к таким вещам. Это показатель того, что извне что-то идет. В зависимости, какая ситуация, птицы действуют определенным способом. Как ведут себя птицы, можно решить, что в твою жизнь должно прийти. А скажи, пожалуйста, а какую пользу я могла бы принести разумному человечеству? Я бы относился к этому вопросу так, что бы ты хотел делать. Если ты решишь, что ты хотела бы делать, то для тебя найдут возможность что-то делать. Разумное человечество, оно лежит и за пределы той компании, в которую ты попала. Разумное человечество, оно есть и вокруг. Разумное человечество – это та часть людей, которые не хотят жить как животные. И если твоя позиция в жизни такая же, то такие люди будут к тебе притягиваться. А еще скажи, пожалуйста, про мои сны, они стали такими яркими и запоминающимися. В чем причина? Ты начинаешь раскрываться. Ты не случайно пришла на реконструкцию, просто пришло твое время, ты сделала свой выбор. Начинается идти раскрытие. Сны показывали того, каким уровнем энергии ты обладаешь и насколько раскрыто твое подсознание. Чем ярче и наполненнее сон, тем больше показывали того, что твое подсознание, твое сознание начинает раскрываться. Он говорит, что здоровый человек должен постоянно видеть яркие, наполненные сны. Это говорит о здоровье его некоторых тонких тел. Скажи мне, связь с водой у меня какая-то особенная есть? Он говорит, учись говорить грамотно, не связь с водой, а часть с стихией воды. Да. Потому что связи с водой быть не может. Когда ты опускаешься в воду, у тебя что-то вроде связи с водой. То есть твое тело в каких-то пределах не контактирует. А умение работать со стихией воды – это совсем другое. То есть вода связана с интуицией, с умением набирать информацию. Это область окружающего мира, это часть возможностей, которые можно использовать. Это не единственная возможность, это как бы составляющая общей картинки мира. Это определенные механизмы, определенные качества, которые могут быть, которые можно использовать, с помощью которых можно чего-то добиваться. Давай еще тогда спрошу, для меня вот сейчас самое важное – это что? Он говорит, вдохновение, вера в победу и понимание в пути. Еще тебе нужно довести свое тело до физически крепкого состояния. Он говорит, я не хочу еще чего-то в это добавлять, потому что если ты это сделаешь, ты поймешь, как многое начинает меняться само. У меня вообще много наставников духовных, и могу ли я там в определенные моменты как-то к ним обращаться о помощи? Он говорит, толпами ходят наставники и ждут, пока ты на них обратишь внимание. Ты, наверное, раз даже такие вопросы, что мне хочется погладить тебя по голове и поговорить с тобой не как взрослая женщина, а как с ребенком. Учитель приходит в твою жизнь тогда, когда он тебе нужен. Когда приходит время донести тебе какую-то информацию, которая выходит за пределы твоего обычного окружающего мира. Как только ты хочешь научиться большему, ты начинаешь искать учителя. И этот учитель придет, если ты готова получить эту информацию. Вроде у меня вопросы все закончились. Ты бы хотел мне еще что-то, о чем я важно, может быть, для себя не спросила? Хочешь мне еще что-то добавить? Он говорит, тебе важно верить в себя. Не вздыхать тяжело, как ты вздохнула сейчас, что ради того, чтобы что-то важное получить, нужно еще поработать. И ты лениво думаешь, опять надо отрывать попу от дивана. Тебе нужно найти в своей жизни вдохновение и опираться в своих поступках на вдохновение, понимание пути и вдохновение. Как только это в твою жизнь начнет приходить, ты поймешь, что все, что тебе действительно нужно, оно лишь не так уж далеко. И то, что кажется сложным, оно сложно только потому, что ты использовала прежде неправильные механизмы. Если ты пытаешься ехать на тележке без коня куда-то, то твоя скорость будет зависеть от того, как ты сильно толкаешься ногой. Когда ты используешь дополнительный механизм, например, мотор, лошадь, там, крылья, то ты понимаешь, что существуют другие скорости. Тебе просто нужно пересаживаться с более примитивного механизма на более быстрый, более совершенный. Вроде так более-менее направление понятно. Думаю, что вопросов хватит уже достаточно. Благодарю тебя за твою помощь, за твою заботу. Надеюсь, у тебя не очень сильная, сложная работа со мной. Он говорит, ты
не сожалей о том, что с тобой нужно много работать, а благодарность за то, что мы с тобой работаем, прислушивайся к моим вопросам, начинай действовать, то есть используй этот опыт и будь проявлять свою благодарность в своих поступках и в твоих стремлениях. То, что было для тебя сделано, это мой как бы долг и моя работа и мое призвание. С твоей стороны, если ты хочешь относиться к этому адекватно, то используй полученные знания, и чтобы ну, мои усилия были для этого не напрасны. Это будет лучше твоя благодарность и именно твое правильное к этому отношение, и твоя позиция, твое отношение, это ну, лучшая благодарность, это лучше, говорит, чем вздохи и сожаления. Он говорит, вздохи и сожаления нам не нужны. Мы идем другим путем, у нас другие цели. Мы сожалеем о своих ошибках, но к ним не привязываемся и опираемся на веру в будущее, на веру в пробуждение, а не на сожаление о том, что у нас что-то не получилось, или в данный момент на то, что в данный момент у нас что-то не получается достаточно хорошо. Все, что ты, в принципе, хочешь, оно осуществимо. И для этого нужно выбрать правильный путь и правильное отношение. И для этого у тебя будет достаточно информации, если тебе этого будет нужно. Просто делай свой выбор и давай идти более разумно, более правильно, более быстро. Вперед на крылья вдохновения. Я постараюсь. Ну все, у меня больше вопросов нету. Благодарю тебя за все, за твою помощь. Последний совет напоследок. Он говорит, прощайся с благодарностью и с радостью. И тогда, когда ты будешь эту информацию снова поднимать, снова будет приходить благодарность и радость. Каждый раз, когда ты что-то начинаешь или когда что-то заканчиваешь, делай это на радости и на вдохновении. И тогда каждое начало и каждое завершение будет для тебя радостью. Ну, как-то со временем. Буду стремиться. Он говорит, он готов попрощаться, и он думает, что для тебя ну, сделали сейчас достаточно много, чтобы твоя жизнь улучшалась. Он желает тебе удачи и желает тебе уверенности в своих силах.